я все равно иногда с техникой на «вы». Очень нежно и деликатно, как с заказчиком. Итак, меня зовут Татьяна Торопова. Я работаю в компании IBM, Центральная Восточная Европа. На сегмент Центрально-Восточной Европы занимаюсь разработкой и внедрением маркетинговых кампаний, сфокусированных на целевую аудиторию CIO. Ну, я в программе указаны основные темы, вопросы, которые я хочу пробежаться, потому что их детально осветить и рассказать за... Кстати, сколько у меня времени? Наверное, 25 минут 30, как мне говорили. Невозможно, потому что все эти темы неисчерпаемы как атом. Поэтому... Не буду останавливаться на этом слайде, пойду дальше. В 2012 году в New York Times вышла статья под заголовком «Как компании узнают секреты клиентов». И эта статья внесла определенным образом резонанс в маркетинговой среде, потому что она высветила то, в каком направлении будущее маркетинга, в каком направлении он будет развиваться дальше. Как говорил Питер Дрюкер, что цель маркетинга заключается в том, чтобы все усилия по сбыту сделать ненужными, чтобы компании настолько узнали своего клиента, настолько хорошо его понимали, что знали, какой товар ему нужен, знали это наперед, пока еще осознал это заказчик сам, и товар продавал сам себя. В современных реалиях подходы, даже не подходы, а вообще цель маркетинга становится и как раз развивается в том направлении, как предсказывал Дрюкер. То есть мы должны знать своего клиента и работать с клиентом, работать для него, с ним вместе, и для того, чтобы он стал нашим клиентом, мы должны его знать. Мы его должны, ну, как своего ребенка, да, там, вести за ручку в детский сад, потом в первый класс, в университет. То есть тут точно так же. Мы должны создать для него такую среду взаимодействия, чтобы мы от начала его, как он стал, еще не стал нашим клиентом, до через все его стадии взаимоотношений с нами привели до определенного уровня. У нас появились новые обязанности, как у компании, перед клиентами. Также высветились новые риски, например, по персональным данным. Потому что, как оказалось, компании могут знать о клиенте больше, даже чем он сам этого хочет. И новые возможности. Осветились новые возможности, какие появляются. Поэтому появляются три основных императива, что нужно слушать и понимать каждого клиента. Раньше мы делали сегментацию рынка, разделяли заказчиков на определенные группы и работали с сегментом определенным сегментом. Теперь этот подход не эффективен или не столь эффективен, как был раньше. Теперь нас рынок подталкивает к тому, чтобы мы работали с каждым заказчиком персонифицированно, как с индивидуумом, отдельно, не как с сегментом каким-то, не как с какой-то группой, а именно отдельно, как с персоной, с человеком. Это не зависит от того, на каком ты рынке работаешь, B2C, B2B, потому что все равно люди продают людям. Даже если ты продаешь B2B, ты все равно общаешься и взаимодействуешь с определенным человеком. И с определенной целевой аудиторией, с определенной рабочей позицией. Для этого создается система вовлечения клиента, которая повышает ценность от любого взаимодействия. То есть нужно уметь создать такое взаимодействие с вашим клиентом, чтобы каждое общение с ним было полезно не только для вас, но и для него. Тогда вы сможете оставаться с этим клиентом как можно дольше. И, может быть, даже если повезет, и навсегда. Здесь был как раз вопрос, да, там, что лояльность, что мотивация, вот задавали с первого ряда. И я хочу сказать, что лояльность, на мой взгляд, это прежде всего отношения.
то да, мотивация – это скидки, это доп. Условия, но лояльность – это именно отношения. Тот клиентский опыт, который будет получен клиентом от взаимодействия с вами. И в зависимости от того, какой будет этот опыт, насколько он будет больше положительный или больше отрицательный или нейтральный, будет и определяться его лояльность. И нужно развивать культуру и бренд как единое целое. То есть если вы говорите, что client first, а внутри компании не происходит развитие этого направления, этой культуры, и в итоге человек, например, прочитав везде о вас, что вы цените вашего клиента, вдруг сталкивается с негативным опытом, когда клиент оказывается не first, то уже возникает у человека диссонанс. И вернуть потерянного клиента гораздо сложнее, чем получить нового. Это нужно помнить. Поэтому нужно развивать культуру и бренд как единое целое. Например, Apple, Стив Джобс считал, что взаимодействие с клиентом, оно гораздо важнее, чем функционал. И ориентированность на клиента компании Apple, например, позволила достигнуть капитализации, вот, например, в мае этого года, 800 миллиардов долларов. Еще ни одна компания, ну, публичная, столько не стоила. Прежде чем начать говорить про умный подход, я просто хочу немножечко отмотать, как обычно или там часто бывало делался маркетинг. Это был набор каких-то тактик. Там диджитал, здесь мы делаем ивент, там рекламу. Вроде бы они сфокусированы все на единого заказчика. Часто решения пересекаются или конкурируют между собой. Мы дергаем заказчика через различные средства коммуникации и тактический маркетинг. Дергаем заказчика, засыпаем его, например, какими-нибудь предложениями или еще чем-нибудь. То есть, но все эти вся эта мультиканальность и вся эта мультитактичность в итоге приводит к тому, что заказчик начинает на нас или не реагировать, или у него появляется раздражение. То есть когда тактики между собой не взаимосвязаны, у них нет логической связки, например, офлайн и онлайн маркетинга между собой, получается, что у нас нет омни-подхода, потому что омни-подход – это когда вы взаимодействуете с заказчиком логично, в соответствии с определенной логикой выстраивания с ним отношений. То есть если вы и все время контент и то сообщение, ту информацию, которую вы доносите до него, она не конкурирует между собой, а она логично продолжает начатый диалог, например, в диджитал. Вы продолжаете этот диалог во время мероприятия или вы продолжаете этот диалог посредством social. Но это именно продолжение начатого разговора, а не разрозненные тактические вещи, что у нас реклама об одном, мероприятие о другом, и все это для одного заказчика. Он просто запутается, у него возникает непонимание. Поэтому омни-подход готовит клиента к покупке. Он формирует его осознание, что ему это надо. Потому что невозможно человека купить что-то насильно. Он покупает тогда, когда к нему приходит понимание. Он принимает решение самостоятельно, что ему это надо. Но мы, как маркетологи, как профессиональные маркетологи, должны суметь подготовить, как бы внушить нашему заказчику, что ему это надо. И нельзя это внушить напрямую, сказать, тебе это надо, бери, все, одевай, иди. Нет, это именно работа, которая построена во время, может быть, длительного или краткого, период может быть разный, но именно через вовлечение в общение и вовлечение во взаимодействие вашего заказчика с вашей компанией. И вы развиваете отношения, определяете потребности клиента, и вы приводите клиента к покупке и продолжаете после покупки с ним взаимодействовать. И для этого нужно создавать эксклюзивный опыт как раз, который будет объединять вас и клиента, и таких же единомышленников, как ваш клиент, потому что посредством этого как раз из клиента делается адвокат вашей компании.
Как здесь уже про автоматизацию говорили неоднократно, я поддержу это, что действительно нужно создать и автоматизировать систему вовлеченности, чтобы можно было обеспечить этот персонализированный подход и персонализированное взаимодействие. Ну и даже если вы автоматизируете, даже если вы все это создадите, и у вас будет много данных, у вас будет огромное количество, но информацией надо еще уметь пользоваться. То есть если у вас есть просто данные, просто информация, вы ее дальше не знаете или не можете ее воспользоваться, она просто бесполезна. Поэтому нужны еще аналитические инструменты, чтобы вы могли формировать будущие потребности и понимать текущие, лучше понимать текущие. Поэтому Client Journey, я долго думала, как это перевести, потому что я не очень люблю, когда используются английские слова в русской речи, и когда идет вот этот вот микс языков, хотя это и тренд сейчас, такой я заметила, особенно в профессиональной среде. Я решила оставить так, потому что у меня получалось очень, очень длинное пояснение. Большинство взаимодействий с клиентами происходит... А как здесь указочку делать? Где она? Как часть, client journey. То есть, например, да, там, чтобы... Ой, секундочку. Вот это, да? То есть, когда мы, например, начинаем взаимодействие с заказчиком через мобильные средства, ну, просто как пример, чтобы как читать эту диаграмму, пообщавшись с ним через средства, там, через мобильные средства, мы его приглашаем на наш сайт или приглашаем подключиться к обсуждению в соцсеть, в интернет, продолжаем этот диалог с ним снова через мобильный, в зависимости от того, как произошло взаимодействие здесь, в интернете, к чему мы пришли, ну и так далее. То есть пути взаимодействия могут быть разные, но все они ведут к тому, что заказчик покупает. Это вот customer journey или там client journey, когда мы с ним совместно через посредством взаимодействия, с учетом его готовности к покупке, совершить покупку, с учетом его поведенческих особенностей, потому что прежде всего, тут много говорилось о стратегии, что стратегия – это неэффективность и так далее. Ну, я комментировать, оспаривать не буду, но я точно знаю, что во время построения разработки своей маркетинговой стратегии нужно идти всегда от клиента. И прежде чем что-либо делать, развертывать какую-либо маркетинговую кампанию и создавать это customer journey, нужно понять поведенческие особенности клиента. Нужно понять, на какой стадии процесс принятия решения о покупке он находится. Надо понимать, как он взаимодействует ли он с вами или нет. Он уже заказчик, он новый заказчик, он потенциальный. Он в принципе заказчик для вас. И чтобы не бомбить просто вот так вот по воробьям пушкой, да, нужно создавать воронку, понятно, воронку продаж, потому что все равно от потока потом на выходе получается то, что получается. Но все равно в эту воронку не надо затягивать тех, кого вам не нужно. То есть, потому что растет плохое впечатление о вас, как о компании. Все люди общаются, коммуницируют друг с другом посредством соцсетей и так далее. Поэтому прежде чем выстраивать, и нужно понимать клиента, и в соответствии с этим выстраивается customer journey. Мультисобытийное оно, мультиканальное путешествие. Интересный просто факт, что было проведено исследование, и существует большая, существенная разница между тем, что думают компании о взаимодействии с заказчиком, и о себе в том числе, и что думает заказчик о взаимодействии с компанией и о знании компании о нем. И как оказалось, что бизнес, он гораздо позитивнее думает о себе и о своей деятельности. Там около 70% компаний считают, что они, например, обеспечивают превосходный онлайн-сервис и онлайн-опыт для своих заказчиков, когда как 50% респондентов считают, что только 50% считают. Ну и большинство компаний, 80%, чуть больше 80%, они посчитали, что они хорошо знают своего клиента, и они его понимают. А только около 40% клиентов ответили, что да, компании их понимают и знают, что им нужно.
Самая большая, одна из самых больших сейчас задач и вопросов, которые стоят перед маркетологами, это все-таки понять, как взаимодействует клиент, через какие каналы, чтобы обеспечить для него персонифицированный, индивидуальный, последовательный клиентский опыт. Потому что только лишь тогда, когда мы создадим такое, мы можем удерживать клиента, мы можем делать и апсейл, предложить ему что-то новое уже к текущему, и кросс-сейл, то есть дополнительные продажи, которые не связаны с текущей покупкой. Скажите, кстати, мне нужно как-то пояснять эти английские термины, или я могу спокойно говорить апсейл, кросс-сейл, все, спасибо, а то мне иногда очень сложно. Давайте так пока что. А это PDF у меня? А, нет, это не, это PPT, да. Так, понять клиент. Да. И благодаря тому, что если мы сумеем создать эту компанию, которая логически выстроена, которая имеет под собой три основные вещи, это поведение клиента, уровень взаимодействия вашего с ним и стадию процесса принятия решения, на какой он находится, тогда мы сможем растить адвокатов вашей компании прямо вот с момента осознания проблемы. Всем нам известны очень хорошо стадии процесса принятия решения о покупке. Клиент вначале... Так, а как мне, чтобы появлялось это? Нет, еще у кого-то появлялось. Ага, нет. Ладно. Клиент вначале осознает проблему, затем он начинает искать информацию, затем он оценивает решение, принимает, наверное, это точно PPT? Ладно, давайте я тогда быстренько напишу. Просто мне так будет легче рассказывать. А можно карандаш какой-нибудь? Значит, у него происходит первая стадия, например, осознание проблемы. На этой стадии, в зависимости от того, на какой стадии процесса принятия решения находится клиент, у него будет разная поведенческая модель. Значит, цели и задачи маркетинга тоже будут разные. Будут разные использоваться тактический маркетинг. Угу, спасибо. Будет использоваться разный тактический маркетинг. Будет релевантный контент, тоже будет разный, в зависимости от того, на какой стадии клиент сейчас. И измерение эффективности маркетинга тоже будут разные. То есть, когда у нас нам нужно обязательно при client journey, при построении компании по принципу омни-подхода и client journey учитывать эти стадии: осознание проблемы, поиск информации, оценка решений, решение о покупке, сама покупка. И дальше самое забываемое часто, потому что мы в потоке ежедневных задач забываем об этой стадии, это оценка самой покупки, оценка удовлетворенности после приобретения, оценка покупки. Вот об этой стадии, то есть мы берем клиента от осознания проблемы, ведем его на следующий уровень, поиск информации. Потом мы его ведем оценивать наше решение, не только решение. Не надо бояться конкуренции, понимать, что он будет вас сравнивать с другими. Помогите ему в сравнении, дайте ему в этот момент какие-нибудь исследования, в которых есть сравнение. Затем решение о покупке. И обычно здесь, когда происходит решение о покупке и сама покупка, заказчик отдается либо в отдел продаж, либо в отдел по работе с клиентами. И мы, в общем-то, довели мы его до покупки, но, слава богу, кто там следующий. У нас еще вот тут вот очень много дел и работы. Но на самом деле нужно не забывать про эту стадию и доводить заказчика и до последней стадии принятия решения. Это оценка от приобретенного товара, от приобретенного решения, от внедренного проекта. То есть здесь очень важны NPS,
сбор отзывов, потому что на этой стадии вы везде растите адвоката своей компании, на каждой стадии, но на этой стадии больше шансов, если вот это все путешествие сделано правильно, больше шансов, например, получить адвоката вашей компании, который сам будет ходить и вас рекомендовать, рекламировать. Можно получить референс здесь, отзыв положительный, который можно потом будет использовать в дальнейшем. Поэтому не надо забывать про оценку. Надо это учитывать в своих маркетинговых кампаниях, и, например, да, активно использовать NPS. Поинтересоваться об удовлетворенности, дальше передать, сообщить, не знаю, в сервисный центр, еще в отдел продаж, тоже менеджеру ответственному за этого клиента, что тут нам поступила информация, что что-то не так. Пожалуйста, обрати внимание. И насчет автоматизации. И у IBM, и мы сами активно используем, и наши заказчики тоже используют. Есть средства, конечно, для автоматизации маркетинга и для поддержания задач маркетинга. Эти средства, они делятся на фокусный, эффективный маркетинг, то есть который помогает улучшить это направление качества взаимодействия, повысить лояльность, возврат инвестиций от онлайн-маркетинга, эффективность самих маркетинговых кампаний, повысить процент отклика. И также есть средства, которые помогают сделать ваш маркетинг результативнее. То есть вы можете запускать больше кампаний, имея те же самые ресурсы, сокращать время вывода этих кампаний на рынок, их стоимость, и снижать стоимость привлечения клиента. Так. И вот это... Есть специальные инструменты, которые как раз позволяют выстроить вот этот вот customer journey, не только его визуализировать, но еще выстроить его и проанализировать потом, какой результат. Ну, тут пример омниканального маркетинга, который был сделан на базе решения IBM, это IBM Unica. Теле2 они сделали. Благодаря этому решению у них улучшилась сегментация пользователей, потому что до этого у них была разрозненная информация о пользователях, находящаяся в различных источниках, и они, например, для своих омниканальных маркетинговых активностей использовали информацию о клиенте из разных данных, и она не была автоматизирована. Она была автоматизирована, но я имею в виду не систематизирована, не стандартизирована. И не учитывалась политика этих контактов, и сложно было сделать персонализацию этих коммуникаций. А Unica помогла им. Результаты здесь вы видите, я их зачитывать не буду. Unica помогла автоматизировать процесс, во-первых, рассылок. Они там рассказывали, если я не ошибаюсь, их было там несколько тысяч, а после автоматизации они смогли сотни тысяч делать рассылок. И смогли делать персонифицированные рассылки, то есть не общие с основным, то есть общим таким месседжем, который рассылался всем и текущим клиентам, и новым клиентам, а именно сегментировать индивидуально и отправлять каждому клиенту именно его сообщение, именно то, что ему нужно. Маркетинг и что будет дальше? И прорывные технологии. Я буквально когда с нашим пиаром, я, к сожалению, не могу рассказывать глубоких, очень подробных деталей, потому что многие вещи являются confidential. И мы вчера, когда сидели с нашим пиаром, смотрели мою презентацию, мне говорит: нет, Тань, вот это выкинь, вот это выкинь, вот это нельзя, вот это нельзя. Вот. Но про исследование он не разрешил поставить. Сегодня он сказал, даже вот вышел пресс-релиз на эту тему. Может быть, пока я говорю, он как раз уже опубликовался в средствах массовой информации о том, что компания IBM, о результатах проведенного исследования компании IBM. В этом, в 2016-2017 было исследование, опрашивали сейлс-директоров и директоров по маркетингу, опрашивали, что они считают, какие технологии для маркетинга — это технологии будущего. И 61% опрошенных директоров по продажам и маркетингу, они сказали, что видят, по крайней мере, будущее в когнитивных технологиях.
и в машинном вычислении, в машинном обучении, извините, машин лернинг. И прежде всего они это видят для того, чтобы качественно получать информацию о клиенте, качественно работать с клиентом, собирать данные, информацию о нем. И там в этом исследовании были даны ряд рекомендаций, что да, обязательно в свою стратегию по Digital Reinvention учтите и включите цифровые, когнитивные технологии, что не бойтесь начинать их внедрять, надо все равно что с чего-то начать, потому что в том же исследовании было сказано, что к 2020 году больше половины респондентов ожидают, что будут у них внедрены технологии, они будут, кто-то вынужден, кто-то по своей воле их именно применять и использовать в своих маркетинговых активностях, в своей маркетинговой стратегии при разработке, например, потому что это помогает именно поведение клиента оценить, определить. Потому что если мы не знаем нашего клиента, как он себя ведет, нам как-то сложно что-то сделать эффективным. Ну да, мы будем там тыкаться туда-сюда, то есть методом проб и ошибок. Но ведь можно упростить. Две минутки прям. Все, я закончила. И я просто хотела, если вам интересно, более подробно это исследование дано и у нас на сайте, и в пресс-релизе, который, я думаю, что уже не проблема его найти. Если интересно, могу выслать ссылку на него. Вы ознакомитесь, почитайте, вопросы? Но оно, к сожалению, на английском. Да? Спасибо. Добрый день. Морозов Сергей, компания «Спортмастер». Подскажите, пожалуйста, а вот не секрет, что данное решение сейчас у многих вендоров крупных. Mm-hmm. Например, я могу привести Teradata, SAP и так далее. В чем отличие ваших решений и в чем их преимущество по сравнению с другими вендорами? Знаете, я делаю доклад не о том, в чем различие или преимущество, или не о решениях. Я просто говорю, да, что они у нас есть. Основная цель была просто рассказать о новом подходе к работе с заказчиками. То есть, что мы с ними работаем персонально, умный подход, что мы учитываем их поведенческую особенность, и что на какой стадии принятия решений, и на каком уровне мы с ними сейчас находимся в контакте, они для нас новые или не новые. Поэтому если вас интересует вот именно разница, я могу, давайте лучше расскажет об этом профессионал, да. Да, я, конечно, дам, который как раз может ответить на ваш вопрос, потому что я работаю только с нашим продуктом. Вот, да. Например, я знаю, что если у SAP, у Teradata, я как практический человек, если бы я использовала все эти продукты, я бы, честно сказала, да, там, да, вот, спасибо. Поэтому я вам просто дам визитку, да, спасибо. Спасибо. Остальные вопросы тогда в кулуарах, и мы передаем слово Марине Овчинниковой, которая у нас замещает Алину Мещерякову, Щербинину, из компании «Ютейр». Прошу. Всем добрый день. Спасибо Татьяне за ее презентацию, потому что моя презентация будет логическим таким продолжением фактически того, что вы говорили, поэтому очень здорово, что мы действительно вот один за другим. Как Олег уже сказал, я расскажу про кейс стратегических исследований, которые мы реализовали для компании «Ютейр». Алина Щербинина, которую вы упомянули, это вице-президент по маркетингу компании «Ютейр». И именно для них, собственно говоря, мы и делали серию, большой очень проект, практически полгода он шел, который подготовил такую хорошую, серьезную платформу для репозиционирования бренда. И в октябре где-то вы уже увидите результаты этой работы. К сожалению, сейчас мы не полностью все можем озвучить, но тем не менее весь ход проекта я расскажу. Для начала вообще хочется так коротко напомнить, в каких ситуациях такого рода стратегические большие проекты бизнесу могут понадобиться. Здесь можете видеть такие четыре конкретные бизнес-цели, когда происходит что-то в компании.
и целый набор различных стратегических исследований, которые в рамках тех или иных бизнес-целей могут возникать. Я не буду долго на этом останавливаться, я думаю, что это вполне понятная всем история, и перейду уже к конкретному кейсу компании UTAIR, как именно мы делали, на каком этапе началась наша работа, как мы ее проводили и почему делали именно так. Значит, я являюсь партнером компании SOLT, это исследовательская консалтинговая компания. UTAIR – это наш клиент, для которых мы реализовывали проект по исследованию потребителей, подготовительная история для репозиционирования и внедрение результатов. Вот сейчас полностью идет сопровождение тоже со стороны нашей компании, внедрение этих результатов в процессе реализации и в общем, вы поняли, да. С чего все начиналось? Что происходило? Есть такие, ну, некоторые данные, с которыми мы входили в проект. Более порядка 50 только процентов россиян, это данные начала 2016 года, совершают менее 3 полетов в год. И россияне, которые совершают хотя бы один полет в год, хотя бы один, в 2014 году это было 10%, в 2015 году эта цифра даже сократилась. Если сравнить эти цифры в тот же период в 2016 году, в начале 2016 года, средний американец в это время совершал 9-11 полетов в год, а европеец порядка 3-5 полетов в год. Разница колоссальная, разница кардинальная, и она связана не только с финансовым благосостоянием и разницей в финансовом благосостоянии американцев, европейцев, жителей России. Она связана с принципиально разным принципом предоставления услуг и работы авиакомпаний на рынках в России, Европе и Америке. Если про российский говорить рынок, опять же посмотреть на то, с чем мы столкнулись в начале 2016 года, что в этот момент происходило. С 2014 по 2016 год произошли такие драматические изменения на рынке. Все мы знаем про то, что ушла с рынка насильственным способом компания Transair. Соответственно, если в 2014 году компания Transair... На какую вы кнопку говорите? На красненькую нажимаем? Да? В 2014 году компания Transair занимала 13% рынка, то к 2016 году мы видим, что эти проценты перераспределились после того, как она ушла с рынка, между Аэрофлотом, между S7. Аэрофлот в связи с этими изменениями фактически занял, включая дочерние авиакомпании, более 50% рынка. S7 прибавил 3%, уральские авиалинии даже 1% взяли. А при этом авиакомпания UTAIR потеряла порядка 3%. То есть на фоне того, что очень большая доля искусственно освободилась, UTAIR не получил возможности в этой ситуации отреагировать в силу того, что просто, опять же, в этот же период S7 и Аэрофлот провели репозиционирование, полностью изменили структуру предложения пассажирам своих услуг, наборы пакетов услуг, а UTAIR ничего не сделал в это время. Соответственно, мы пришли в проект в ситуации, когда на рынке появились лоукостеры, это еще один момент, появилась победа, самое важное такое нововведение, которое тоже сильно изменило структуру рынка и очень сильно изменило поведение пассажиров, их отношение к пассажирским авиаперевозкам. Они по-другому взглянули на то, что им предлагают, и переоценили то, что они покупают. Соответственно, еще один важный момент, что именно в этот момент, именно в этот период Аэрофлот много субсидий получил, что позволило им сделать действительно серьезный, очень мощный ребрендинг. Ну, про рост запросов пассажиров я сказала, потому что они очень четко после появления победы стали знакомиться не только с тем, что вообще происходит на российском рынке, а вообще посмотрели, что происходит в мире, и стали более открыты к разным предложениям авиакомпаний. Опять же, здесь же надо упомянуть историю про появление таких агрегаторов вроде Skyscanner, Anyway, Anyday, которые позволили российским пассажирам познакомиться очень четко с возможностями перелетов с пересадками.
что открыло глаза на изменение структуры стоимости того пакета, который пассажир покупает, и изменение набора услуг и сервисов, которые пассажир получает вместе с тем, что он приобретает. До появления вот этих историй, в общем, наш российский пассажир не очень понимал, чем он летает и как он летает, и что еще бывает в этом мире. Ну и про ребрендинг Аэрофлота и S7 я уже упомянула. Соответственно, рынок становился в целом ориентированным более на пассажиров, и положение UTR в 2016 году можно описать примерно так. Была уже введена новая тарифная сетка в ответ на то, что происходило на рынке, в первую очередь на появление Победы. Платное питание ввели, опять же, вроде как Победа, лоукостер, появилась вот эта распределенная система понимания стоимости пакета, который пассажир приобретает, и дополнительные сервисы они начали вводить, платные места. То есть это абсолютно такие простые функциональные вещи, которые никак не связаны с выбором и фокусом глобальной стратегии. Единого фокуса не было сформировано. И, собственно, на этом этапе, в начале 2016 года, требовалась такая разработка новой стратегии развития бизнеса, которая обеспечила бы долгосрочный устойчивый рост компании UTR. Здесь важно отметить, что именно на этом этапе вся команда, включая генерального директора UTR, включилась в этот проект. То есть это была история не про то, что сделали исследование отдельно, потом презентовали результаты, эти результаты как-то кто-то на них посмотрел. Вот ровно полгода мы делали это исследование, ровно полгода мы постоянно делали промежуточные стратегические сессии, включающие все руководство компании. Требовалось найти такой сильный инсайт для UTR, который бы дальше стал и лег в основу нового стратегического позиционирования этой авиакомпании, которая, в общем, достаточно крупная все-таки для российского рынка. Она входит в тройку крупнейших игроков. Что такое инсайт? Просто коротко еще раз хочу напомнить. Инсайт понимают по-разному, трактуют по-разному. Определений можно встретить множество. Мы принимаем, что инсайт – это сильное открытие о мотивации потребителей, которое способно дать толчок росту бизнеса. То есть когда мы говорим про вот эту серию исследований, которые мы делали для разработки платформы позиционирования UTR, мы говорим о том, что мы искали такой сильный инсайт, такое понимание нашей целевой аудитории, которое отвечало бы вот этим четырем параметрам. То есть мы искали такое открытие, которое раньше не было известным, это открытие развивающееся. То есть это не то, что узнав сегодня, завтра мы забудем. Или то, что сегодня существует в практиках поведения потребителя, а завтра это исчезнет или очень быстро вообще перестанет быть интересным потребителю. Это мотивация потребителей, причины поведения и рефлексии людей. Мотивация очень важна как раз-таки вот в рамках consumer journey, про который Татьяна очень подробно остановилась, вот даже схему рисовала. Это очень важно, потому что мотивация, собственно говоря, двигает человеку к тому, чтобы он совершал определенные действия. И наша задача не просто быть интересными в рамках позиционирования нашего потребителя, а мотивировать его совершать определенные действия, которые будут помогать развиваться дальше нашему бизнесу. Толчок росту бизнеса – это, соответственно, логическое продолжение, потому что если мы находим такое сильное открытие и так точечно и концентрированно к нему обращаемся, то, собственно говоря, это приводит к такому толчку роста бизнеса. И здесь еще важный момент, что инсайт отвечает скорее на вопрос, почему что-то происходит. То есть это такое глубокое понимание потребителя, а не просто факт, что там, не знаю, потребитель ходит каждый день в кино, от которого можно отталкиваться. Дальше есть такой подход, который принят в рамках вот таких стратегических исследований, когда необходимо найти такой захватывающий инсайт, на который поставить всю дальнейшую стратегию позиционирования. И он состоит из таких четырех ключевых моментов. У нас всегда по центру, понятно, стоит наш бренд, и есть состояние текущее бренда, надо понимать, как сегодня к нашему бренду относится текущая аудитория, какие есть преимущества, что, какие черты нам необходимо нивелировать, в чем сложности. И, соответственно, здесь же находятся наши конкуренты. Дальше у нас есть вопрос развития продукта. Развитие продукта – это всегда вопрос того, что потребитель думает про наш продукт, услугу, сок –
набор услуг, которые включаются в авиапакет, что угодно, то, что человек трогает руками, как он к этому относится и как это встраивается в практике его стиля жизни. А практики его стиля жизни — это то, что вот у нас внизу написано «поведение потребителя». Это все то, как человек живет. Но важно здесь понимать, что нам не просто надо узнать, как человек живет, чем дышит, к чему стремится, какие у него ценности, амбиции, стремления, или не просто взять и сегментировать, например, всю нашу целевую аудиторию, а понять нашего потребителя так и выявить, и изучить такие составляющие стиля жизни потребителя, которые напрямую связаны как с нашим брендом, так и с нашим продуктом, так и, соответственно, вот четвертый столб – это ситуация в категории. Ситуация в категории – это в том числе те тренды, куда движется категория. Поэтому, собственно говоря, я начала вообще говорить про то, что происходило, какие изменения произошли среди игроков, как изменился рынок. То есть мы всегда действуем в контексте стиля жизни человека, в контексте категории, в контексте конкурентного окружения. И каждый из этих моментов мы должны очень четко проработать. Если уже рассматривать, опять же, кейс Ютейр, как мы разобрали его, что именно мы изучали, как эту схему применили для Ютейр. Соответственно, состояние бренда. Ну, это классический аудит бренда. Какие черты необходимо сохранять, какие нивелировать. Тут надо понимать, что мы всегда работаем, ну, как правило, редко уже на самом деле. Ну, нет, бывает, и бывает вывод бренда, да, когда вообще человек, потребитель наш, не знал наш бренд новый. Мы работаем с нуля. Тогда мы просто должны понимать, что уже делают конкуренты, как они позиционируются. А ситуация, когда наш бренд уже существует, уже функционирует активно на рынке, мы должны понимать, что у нас есть наша целевая аудитория, которая нас любит, неважно, какую мы позицию на сегодняшний день занимаем. Самую высокую, среднюю, не знаю, любую. Мы готовимся к изменениям, и сохранение текущей целевой аудитории, нашей ценной целевой аудитории, которая уже с нами, это важный момент. Так вот, понимание того, какие черты необходимо сохранять, за что наш потребитель любит нас сегодня, это очень важный момент. И, соответственно, какие нивелировать, это понятно, да, барьеры, которые, собственно, те, кто выбирают другие авиакомпании или выбирают нас же, но постоянно плюются и пишут на форумах что-нибудь такое неприятное про нас. Это тоже очень важный момент. То есть люди, которые когда-либо пользовались нашей услугой или продуктом, но остались недовольны, надо понимать почему. Соответственно, дальше развитие продукта. Это возможности для формирования и продвижения пакета авиауслуг. Это как раз-таки в ответ на то, что сегодня, как сегодня пользуются услугами авиакомпании человек, как сам человек для себя разделяет разные составляющие каждого продукта, нашего продукта, нашей услуги, и как человек видит возможные изменения предоставления вот этой услуги. Потому что люди очень часто могут рассказать очень такие, казалось бы, простые вещи, но те, которые бизнес, пока с человеком не поговорит, со своим потребителем, не встретится глаза в глаза, ему не посмотрит, может недооценить или может просто думать, ну, это не так важно, это не обязательно делать. А здесь как раз та история, когда, например, вот человек готов ли отказаться от питания на борту ради экономии в 1000 рублей. Или, например, вот много скандалов, я думаю, вы знаете и много слышали про это, по поводу ручной клади в Победе. Про то, что там рюкзаки, кто слышал вот эту историю, что рюкзак как-то там нельзя, там, ну, то есть вот это вот очень сложная система. Тут ситуация какая? Когда компания хочет заработать, зная, что люди ездят с рюкзаками и очень часто просто не сдают этот рюкзак или чемодан в ручную кладь, чтобы сэкономить время, а выбирая лоукостер, они очень часто выбирают, в том числе по причине экономии времени, это становится жесточайшим фактором отторжения целевой аудитории от компании, от самого бренда. Потому что, казалось бы, ну что такое рюкзак? Да, действительно, это приносит лишнюю там 1000 рублей авиакомпании, но с каким скандалом это 1000 рублей зарабатывается? Тут важно что? Важно соотносить вот этот вот скандал, готовы ли мы так взаимодействовать со своим потребителем, ставить его в настолько неловкое положение, как вот в ситуации с простым примером с рюкзаками,
чтобы зарабатывать эту 1000 рублей? Действительно ли это приносит ценность бизнесу в долгосрочной перспективе? Или мы можем выработать такой набор продуктов и услуг, который будет эффективен как с финансовой, то есть с точки зрения финансового моделирования для нас, так и будет приятен нашему потребителю, будет соответствовать тем практикам стиля жизни, к которым он привык. Тому, как он живет сегодня, как он летает сегодня, или, не знаю, в любой другой категории, как он ест сегодня, или как он занимается спортом сегодня. Соответственно, внизу у меня написано «Поведение потребителя». Тут мы смотрели на тренды стиля жизни. Во-первых, смотрели на них в таком широком понимании, вообще вне зависимости от категории, вне связки с авиакомпаниями, с перелетами. Просто смотрели вообще, куда наш пассажир двигается, что меняется. Это на самом деле тренды стиля жизни. Это отдельный проект, который мы просто ежегодно делаем каждую весну по прогнозированию трендов. И выпускаем такой отчет, он в открытом доступе, можете посмотреть на нашем сайте. И, значит, эти тренды мы, конечно, использовали для того, чтобы понимать, куда наш потребитель двигается, чтобы то, что мы изучаем сегодня, не найти какие-то банальные вещи, которые уже завтра исчезнут. Мы же говорим про такую долгосрочную стратегию позиционирования. Нам нужен такой форсайт очень сильный, когда мы понимаем, что будет действительно там, через 10 лет. И наше предложение, если мы за 10 лет не захотим еще раз измениться, останется актуальным или не останется. Марин, 2 минутки. Я, да, все, заканчиваю. И погружение в ситуации пользования услугами. А про категорию сказала. Тут, соответственно, набор тех исследовательских методов, которые мы применили, перечислен. Этот набор может быть разным в каждой ситуации. Это все зависит, понятно, от категории, от того вообще, какие возможности есть у компании, от того, что мы уже знаем, какая информация уже находится в нашем распоряжении. Ну, в рамках этого проекта мы сделали вот этот тренд-вотчинг. Почему сделали? Потому что есть такой единый репорт, который просто выпускается открыто, публикуется, а есть преломление этого репорта на конкретную категорию. Ну, соответственно, вот это было проведено. Дальше вот были проведены видеоинтервью с пассажирами в аэропортах в моменте для того, чтобы прочувствовать вот эту ситуацию, когда человек летит, когда он в аэропорту, когда он вот сейчас зайдет на борт, что он чувствует, о чем он думает, чем он живет, чем он дышит. И это самый важный момент, когда человек сталкивается с авиакомпанией. То есть вот здесь, вот в этом моменте, он очень остро и ярко переживает все эмоции. Соответственно, вот это было проведено. А вы смогли скачать, да? Я вот сейчас как раз хочу показать вот этот вот небольшой фильм, который был сделан. Ну, буквально короткий, там, не знаю, 30 секунд включите. По видеоинтервью. Лечу в Екатеринбург с сыном и с мамой. Лечу в город Петербург по работе один. Я лечу с подругой в Симферополь, поселок Черноморск, на отдых. Лечу один, лечу в Сочи. Там у меня лодка, буду на ней кататься. А в Минск из Воронежа. Здесь у нас пересадка. Сначала был страх, сейчас более или менее успокоилась. Я уже почти что ничего не чувствую, честно говоря. Хотелось бы уже скорее приземлиться, видеть родственников. Ощущение путешествия. На самом деле, я думаю, всем понятен смысл, да, дальше этого фильма. Смысл заключается как раз в том, чтобы прочувствовать человека в моменте, не выдирать его из контекста, приглашая, допустим, на фокус-группу или на интервью, а поговорить с ним там, где он действительно соприкасается с нашей услугой, с тем, что мы ему даем. И прочувствовать его настолько глубоко и четко в этом моменте, чтобы понимать, как дальше мы можем помочь ему в этой ситуации выбирать именно UTR. Ну, по крайней мере, у нас стояла именно такая задача. Что еще, да, из методов просто упомяну. Вот есть дневник пассажира, он очень хорошо работает для понимания как раз consumer journey. То есть в дневниках пассажира мы просили людей, мы на 3 месяца, в течение 3 месяцев мы взаимодействовали с людьми, и в течение этого периода мы просили их описывать те ситуации, когда они покупают, выбирают авиабилеты. Минутка.
Все, да, я вот это и заканчиваю, точно уже заканчиваю. Вот, соответственно, с дневником понятно. Это тоже очень хорошо, потому что мы человека не вырываем из реалии, не просим его прийти к нам и вспомнить, как он там, когда выбирал что-то, покупал, о чем он думал. А говорим ему, вот когда ты будешь покупать в следующий раз билет, реально, для себя, для мамы, для папы, по бизнесу ты летишь, просто опиши нам, в WhatsApp пришли короткое описание того, что ты сделал. А потом пришли, что ты подумал про этот перелет после того, как он состоялся. То есть, опять же, мы внедряемся в жизнь этого человека, чтобы понять, чем он живет, чем он дышит и как вот эта услуга проходит через его жизнь. Понятно, что были креативные сессии дальше с пассажирами, это уже как раз вот в фокусной комнате, после того, как мы переработали вот эту вот всю составляющую про стиль жизни. И, конечно, мы оценили количественно. Я на этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Чувствуйте, слушайте своего потребителя, и чем более... Я в самом начале сказала, что, к сожалению, в октябре запустится только репозиционирование. Поэтому мы крайне... Вот этот фильм мы не случайно нашли. В октябре, вот когда запустится, вы все посмотрите. Я не могу... Читайте Marketing People. Да. Вот даже этот фильм показать мне разрешили буквально 10 минут назад. Поэтому мы сейчас скачивали. Спасибо, Марина. Тогда остальные вопросы мы уже перенесем в кулуар, чтобы не задерживаться с другими спикерами. И слово мы передаем Сергею Балакиреву. Спасибо большое. Который продолжит Давайте тему. Марине поаплодируем. Да. Тоже поговорит про сегментирование и позиционирование. Сергей, пожалуйста. Да, все верно. Друзья, здравствуйте. Да, меня зовут Сергей Балакирев. Я к вам прилетел из Екатеринбурга. Два слова, чтобы познакомиться. Я директор медийного агентства AMG. Ну, логично, что он располагает в Свердловской области несколько офисов. И с точки зрения, ну, там, клиентской базы, да, у нас нету гигантов, там, не знаю, Самсунгов, там, Сбербанков, там, и так далее. Но, по сути, ключевые игроки, так, замкадья, назовем их, да, которые выросли, живут и работают замкадом, это вот профиль нашего агентства. Поэтому, если у кого-то бизнес за пределами Москвы и там миллиардных городов, да, в миллионниках, то здесь у нас есть опыт. Сам же являюсь еще членом Совета гильдии маркетологов. Знаете, что такое гильдия маркетологов? Маркетологи. Да. Кто знает? Да. Да. Спасибо. Да. Вот посмотрите, как здорово это все получается, да, спикеров. По сути, если смотреть на то, что есть маркетинговая стратегия, да, то такой укрупненный ее, ну что ли, чек-лист, он есть здесь. Безусловно, мы стартуем с анализа бизнеса, с анализа рынка и плавно переходим уже там к позиционированию и к всему, что называется там брендинг, дизайнинг, логотипинг и так далее, там и медиа-стратегия. Соответственно, когда мы говорим о сегментировании и позиционировании, то по сути, вот я тут красными квадратиками выделил, это вот на этих вот этапах. То есть сначала, что в принципе логично, мы должны понять, кому мы продаем, да, а затем мы должны понять, какое мы формируем у нас позиционирование. С точки зрения клиента, все мы понимаем определение позиционирования, чтобы он среди прочих равных выбирал нас, а не конкурента. Но при этом я такой, знаете, я прожженный сторонник оцифрованности материала. Фактически я считаю, что можно оцифровать в этой жизни все, это вопрос лишь времени или методики, в том числе совершенно четко понятно, что даже такие вещи, как наши эмоции, это не более чем химическая реакция там, из 3-4 химических веществ, которые в нужной пропорции поступают к нам в кровь, ничего более. Да, и поэтому любую реакцию, там, начиная от там, страха до любви, можно вызвать, просто введя нам в кровь в нужные пропорции нужный гормон. Не говоря уже о том, что весь маркетинг оцифрован, тем более. Там, что касается интернета, это и подавно, да, что касается офлайна. Ну, здесь не все можно идеально оцифровать, но имея предшествующую статистику, прекрасно можно оценивать. Это же касается и аудитории, мы увидим эти кейсы, да, это же касается позиционирования. Два слайдика с точки зрения того, каков сейчас рынок. Скорее всего, тоже слышали от многих, но тем не менее, мы понимаем, что вот этот бурный трехзначный рост, он закончился. 24 года или там 23, начиная с 91 по 14, там, с небольшим перерывчиком на там, 9 год, мы все рынки наши прекрасно росли. Вот я беру палку, втыкаю ее в бетон, прорастает пальма, все было хорошо. Я мог расти на 20, на 30, на 50%. При этом рынок мог расти на 100-150, но мне и этих там, как это, 2% роста прекрасно хватало. Фактически я падал, но это нивелировалось. Статистика достаточно древняя, но тем не менее иллюстрирует прекрасно слайд. Да, мы понимаем, там Nokia приросла на 48%. Это хорошо или плохо? Ну, вроде плюс 48%, ну, вроде нормально при ее масштабах. Но только рынок-то вырос на 74%.
То есть фактически Nokia упустила там около 30% своего роста. Был блестящий кейс на эту тему, когда Nokia после своего провала, да, начала выпускать смартфоны. В какой-то момент достаточно быстро рапортовали о прекраснейшем росте продаж своих смартфонов. Там на 26, что ли, процентов, или на 27. А потом Samsung, давай их троллить. Говорит, ну мы понимаем, Nokia вроде бы молодцы, но только рынок вырос на 46, если что. Да, и тут мы понимаем, твой рост — это рост или падение. И вот эта ситуация позволяла нам там 23 года в принципе особо не париться, потому что мы давали рост там в 10, 20, там 50% при росте рынка в 100, и нам хватало. Сейчас все сжалось. Там простейший пример, я за рынок Екатеринбурга скажу. В 2015 году, да, по сравнению с 2014, рынок недвижимости первичный, объем продаж упал на 41%. Ну, это комментируется таким мощным русским словом, да, которое нельзя в аудитории произносить. Он не упал, он сильно упал. Вот. И все ритейлеры, вернее, все девелоперы, конечно, могли в один унисон орать, какая катастрофа на рынке. Ребят, ну только давайте вот мы чуть-чуть посмотрим в ретроспективе. Никто же из вас не говорит, что рынок с семизначным чеком, на секундочку, с 2011 по 2014 год вырос на 245%. Оружие, наркотики, проституция отдыхают. Семизначный чек – 245%. Понятно, не нужно быть гуру какой-то финансовой аналитики, чтобы понимать, что любой восходящий тренд, тем более такой резкий, практически вертикальный, он рано или поздно придет к коррекции. И то, что вы не готовили свои планы на отскок, ну это только ваши проблемы, друзья мои, поэтому не нужно ныть в данном случае. Еще один момент, о котором я написал статью еще 2 года назад, но сейчас, наконец, осмысление доходит в целом до всех рынков. Это наша демография. Мы все с вами так вот примерно смотрю, мы еще Made in СССР, да, там многие из 80-х, ну, кто-то постарше вижу, да, соответственно, и количественно, если посмотреть, то у нас имеется 2 пятилетние группы с самым большим количеством населения в стране. Это группа 25-29 с точки зрения возраста и группа 30-34. И тех и других по 12 миллионов. Это очень много для России по сравнению с остальными группами. Потому что, например, группа в возрасте 25-24 в России — это уже 9 с копейками миллионов. Вдумайтесь, чисто физически мясо, тел, да, в следующей 5-летней группе за нами на 20% меньше, чем нас. Тут не нужно никакого кризиса или каких-то внешних принципиальных воздействий, чтобы рынки, которые потом от них будут зависеть, пострадали. Минус 20 просто из ничего делается. А первое, что уже пострадало, я не знаю, как в Москве, но хотя, наверное, там также, только масштабы чуть поменьше, но в регионах совершенно точно, это вся индустрия ночных развлечений, так называемые клубы. Закрывается все подчистую. Не потому что денег нет, а потому что ключевая аудитория ночных клубов — это 16-24. Ни тех, ни других нет. Мы уже увидели ту катастрофу, которая здесь творится. Это я напоминаю, что мы потихонечку говорим о сегментировании и позиционировании, на какие сегменты в дальнейшем нужно равняться. Поэтому не нужно быть гуру там, маркетинга или аналитики, чтобы в какой-то момент понять, что либо ты будешь как бизнес стареть вот с этой аудиторией 25-34, потому что их много, и б, второй слайд, я буквально вот чуть ли не сегодня у Михаила Дымшица увидел его статейку на составе. Кто такой Дымшиц, наверное, знаете, да? Тут не нужно презентовывать отдельно. Он говорит о чем? Что вот эта категория 25-35, в этих 10 годах сосредоточены 30% всего платежеспособного спроса нашей страны. Отсюда вывод, либо ты с ними стареешь, твой бизнес стареет, и двигаемся туда, да? Либо мы пытаемся каким-то образом урвать ситуацию вот с молодежью, но только ты должен быть готов к тому, что там физический спрос на 25% меньше. А то и больше за счет того, что с учетом текущего кризиса эти люди вряд ли себе найдут столь же высокооплачиваемую работу, сколько когда-то мы с вами устроились, получается. Это к вопросу о сегментировании. Соответственно, я все про возраст и доход. На самом деле это не совсем корректный параметр для сегментирования. Почему? Потому что, ну да, друзья мои, мы с вами привыкли к тому, что маркетологи в первую очередь начинают сегментировать по гендерному признаку, по возрастному, по доходному. Почему так? Ну, когда мы росли вот там 23 года там трехзначными темпами, такая сегментация в принципе канала, ну потому что и так все растет. Сейчас, когда необходимо находить все более и более узкие ниши, сегментация по этим трем критериям нам практически ничего не дает. То есть сейчас уже полагаю, что нет, но там еще года два назад задавая вопрос, давайте я угадаю вашу целевую аудиторию, если я называл так, МЖ 25-54 с доходом средний и выше, я практически угадывал у всех аудиторию. Вот, если у вас так же, ни хрена у вас нету. Факт.
Соответственно, а почему вдруг мы стали любить вот этот параметр? Да нас ТНС к этому приучил. ТНС знаем, да? Кто не знает, что такое ТНС? Отлично, здорово. Вот, так вот, ТНС живо, не хорони. Это их классификация, они ее внедрили, да, и они продолжают по ней работать. Но медиаскоп наследник только в части ТВ. На этом ТНС-то не прикрыл славочку. У них еще огромный пул исследований есть, которые они продолжают делать, да и бог будут делать. Им так было комфортно и, в принципе, разумно. На крупно растущих рынках зачем углубляться в анализ, когда этих параметров пока хватает. И поскольку они появились с медиаизмерениями на российском рынке в 92 году, за 22 года они прекрасно воспитали несколько поколений маркетологов, да, которые привыкли вот этим шаблоном мыслить. Молодцы ребята. Соответственно, чтобы идти дальше, необходимо осознать всю ошибочность этого подхода. Ну вот читаем, ну одинаковые же вот, оба потребителя. Тут меня, конечно, правят, говорят, у него сын и дочка. Ну, я слайд на самом деле спер у коллеги, вот, и я, поскольку не дизайнер, не перерисовываю его. С точки зрения маркетинга я должен транслировать обоим потребителям одинаковый месседж. Вот они. Ошибочка выйдет. Катастрофическая ошибочка выйдет, если я попытаюсь так делать. Поэтому пол, возраст и доход могут иметь отношение к покупке, а могут не иметь отношения к покупке. И это тоже для нужно понимать на старте. А снова из недвижки. Значит, если сегментировать, вот как ТНС бы это делал, то я бы описал типичного потребителя новостройки как некое домохозяйство, да, там с тремя-четырьмя компонентами, назовем так, живыми, со средним доходом на это домохозяйство до 110 тысяч рублей. Это в таком совсем оптимистичном случае с высшим образованием. Вот, и, наверное, хорош. Но с точки зрения продажи недвижимости это в принципе ни о чем не говорит. Потому что, ну, наверное, мы с вами понимаем, что эконом, комфорт и бизнес-класс – это в принципе разные потребители. Там понятно, что комфорт – это такой мечущийся класс, потому что каждый, кто в экономе, хочет немножко прыгаться в комфорт, а каждый, кто в комфорте, немножко прыгаться в бизнес-класс. Тут какая-то пограничная доля, безусловно, есть. Но в целом мы понимаем, что тот, кто в состоянии себе купить квартиру, я сейчас говорю по замкадным меркам, да, там по 200 рублей за квадрат, да, это несколько иной потребитель, в отличие от того, кто покупает себе по 33 рубля за квадрат. Там в принципе логика разная. Это один из таких очевидных подходов к сегментированию. Для одного из там системных застройщиков Замкадья, который работает в нескольких областях, мы делали как раз там гигантскую маркетинговую стратегию, делали ее год, там со всеми причиндалами она вышла ни много ни мало там, на 1600 листов. Так. И вот в рамках этой работы один из блоков был — это глубинная сегментация аудитории. Так вот, мы нащупали примерно 15 типажей, у которых есть разная мотивация к покупке новостройки. Есть очевидные, которые вы там поймете. Ну, например, это там молодое чадо, которое понимает, что его предки ни черта не смыслят в этой жизни и мечтает от них свалить куда бы то ни было. Это одна мотивация к покупке и одна квартира. Его устроить там студия или однушка, лишь бы свалить условно. Вот. На ту же однушку, например, в хорошем инвестиционно привлекательном месте или проекте может претендовать инвестор. У него уже 10 таких квартир. И у него принципиально иная логика, зачем он должен покупать эти же бетонометры. А потом это чадо, когда ему купили эту квартиру, скорее всего, ему купили, лет через 5-6, обзаведясь другом, подругой, а может даже уже и киндерами, понимая, что условия нужно улучшать свои. И это уже следующий типаж, у которого есть текущее жилье, но которому нужно больше метров. Он может даже в этом же доме купить, но только уже не однушку и студию, а другую. Для него уже другая мотивация к покупке есть. И вот таким вот образом мы ныряем и понимаем, что под каждый из этих сегментов мы начинаем делать предложение. Благо, уже стратегия заработала, и на рынке с нулевым ростом в один из месяцев мы получили рост продаж в 10 раз с этим застройщиком, в 10, друзья мои. Просто потому, что сделали сегментированные коммуникации, ну, понятно, не на все 15 типажей, тут никакого медийного бюджета не хватит. По правилу Паретто мы все знаем, да, что 20% наших потребителей генерят нам 80% нашего дохода. Соответственно, здесь, ну, вот, выбрали те типажи, которые ключевые, и под них стали таргетироваться. Ну, как вариант, это вот так, справка о том, как это можно изучить каждый из этих типажей. И в дальнейшем, кроме этого, ты же понимаешь, что кроме рационального маркетингового аргумента, который ты в него закидываешь, ты ведь это еще должен как-то красиво сделать, например, да, через, может быть, какой-то инсайт это подать, а не в лоб, там, ипотечная ставка, там, 7,4, например, да. Хотя, если такая есть, это уже само по себе конкурентный аргумент. Но не все ее могут предложить. И здесь есть такая блестящая книга у Фила Баддена «Взлом маркетинга». Такая оранжевая, Ман ее продает, Ман Ван Фербер. Наверное, сталкивались, да?
У него там есть блестящая методика оценки рекламы, он показывает ее результаты, но, зараза, он не дает методику, как их получать, он так ее примерно описывает. Я крутил-вертел, ближайшее, что к этой методике я нашел, это тесты Шварца, получается. Ту же аудиторию вы можете прогнать через эти тесты, получив ее граф ее интересов. Он на следующий год приедет к нам с лекцией. Да ты что? Вот я запомню, позови, да. Как раз попытать его насчет этой методики можно. Вот. Ну и вы запомните, да, что там выступал там парень из Амкада, да, вот тут со тестами Шварца. А теперь пусть Фил Баден свое расскажет. Соответственно, и здесь я уже понимаю твою как бы эмоциональную составляющую. На что я буду давить, обращаясь к тебе? На твою жажду власти, на твою жажду сохранения чего-то, на твои, ну тут что-нибудь посмотрим, там, от самостоятельности или ответственности и так далее. Через что я пытаюсь, какой триггер я вкладываю сюда? Это еще один момент, который детализирует твою сегментацию аудитории. Как вариант, если по-простому идти, все мы знаем M-индекс, да, который TNS делает. Вот. Там тоже есть различные сегменты с точки зрения структуры покупки. У него, например, есть тоже данные по там, ключевым жизненным факторам, которые ценны для аудитории. Это тем, кому нужно побыстрее, без своих исследований. Отсюда можно эти данные вытащить. А в итоге получаем ситуацию. Вот вроде макет. Ну так, если посмотреть, там можно попытаться как-то сказать с точки зрения дизайна, нравится мне или не нравится, но месседж тут достаточно четкий. Он ориентирован на тот типаж, который, значит, уже где-то проживает, но не в своей квартире, и, очевидно, мечтает оттуда съехать в свою квартиру. В принципе, дан интересный ценник, который можно считать доступным даже для Замкадья. И, в общем-то, особо щит критиковать не придется. Но только если вот один из первых слайдов, который я говорил, оцифрую все. Я начинаю смотреть емкость этого типажа по типичному миллионнику. И я понимаю, что емкость этого типажа от общего спроса не более 8%. В типичном миллионнике в год, друзья мои, совершается сделок в этом сегменте, вообще в сегменте новостроек. Ну, если 20 тысяч новостроек есть, это вообще вау, круто. Соответственно, эти 8% — это объем сделок меньше 1500. Я так там все округляю. В год. На 12 в месяц делим, получается там сотня с копейками. А теперь понимаем, что в каждом миллионнике примерно 60 застройщиков есть, ну 50 хорошо. И понимаем, что потенциально ты себе, запуская эту рекламу, можешь урвать 2-3-5 сделок в месяц по конкретному этому сегменту. Внимание, вопрос. Нахрена наружная реклама? Когда у тебя цена твоей битвы в этом сегменте 5 сделок, это вообще вау, круто, а то и одна. И тут вопрос. Либо это маркетологи ошиблись, готовя сообщение для вот этого формата рекламы. Либо медиапланеру нужно, медиапланера нужно заменить, да, который под это сообщение говорит, в рамках медиастратегии я учту, что у нас должна быть наружная реклама. Под это сообщение не должна. А вот другой момент. Значит, я не знаю, как в Москве, если кто-то шарит вообще в недвижке здесь. А есть кто вообще из недвижимости, друзья мои? Вот так вот я рассказываю кейс, а тут, наверное, все из других сегментов. Да? Вот там вяло так пара рук есть, но окей. Я предположу, что вы на свои сегменты это легко экстраполируете. Это будет здорово. Поехала как-то в город Герой Волгоград, вот с таким снобизмом, да, посмотреть. Ну, кто был, тот знает, наинищайший миллионник. Вот. И там смотрю, а это было еще год 14-й, что ли, был, квартиры по 990 тысяч рублей. Ну круто, смотрю, там 20 метров, 22 метра, ну думаю, ну как вот в этих клетушках можно жить, о чем? Там мой снобизм немножко осадил факт того, что я знаю, что там это считается очень престижным в Лондоне иметь квартиру в 7 квадратных метров в центре Лондона. Это вау, круто считается. Я думаю, ну наверное Волгоград косит под Лондон, дальше еще уменьшит площадь, флаг ему в руки. И вот с этим снобизмом я оттуда и уехал, не понимая вот всю гениальность этого решения. А потом 15 раз взял свои слова обратно и сейчас публично беру, что ну как бы корону-то зря, друг мой, отдел. Потому что эти ребята на более нищем рынке, а как мы понимаем, кризис уже обнищил, да, и более доходные города, которые есть, они просто нашли шикарный сегмент, в котором аховый спрос и где можно зарабатывать деньги. Потому что они делают абсолютную цену в 3 копейки, ну условно там где-то 1 200 000 плюс-минус 300 тысяч рублей, вот такой сегмент получается. Но при этом общий ценник, он низкий, но если на квадрат пересчитывать, или там, допустим, в продуктовом бизнесе на граммы пересчитывать, например, да, то ценник получается совсем себе среднерыночный для этого региона, а то и больше среднерыночного. Но поскольку общая цена доступна, ну, там накопить 200-300 тысяч ты можешь, а взять лям в ипотеку в принципе легко. И вот уже сделка.
И получается, что, например, на рынке Тюмени, а это хоть и не миллионник, но заткнет за пояс любой миллионник с точки зрения объемов ввода жилья и спроса, ну туда просто все севера туда переезжают. Соответственно, там количество сделок вот в этом сегменте больше, чем у любого другого застройщика. Вот нащупали нишу на пустом месте, условно говоря. Вот. Либо еще один кейс по сегментации, да, наверное, все знаем, да, сколько сейчас наши господа автозаправщики на кофе зарабатывают. Да, ну вот, значит, Газпром 2,4, да, соответственно, Газпром, Роснефть, да, Газпром 2,1. При этом изначально, ну, себе представить ситуацию, что такое типичная заправка. Я приезжаю туда, сделать, ну, максимум два дела изначально было. Это залить в бак и слить из себя. Все. А тут мне говорят, нет, друг мой, мы тебе еще и в тебя зальем, получается. Вопрос только что. Я, конечно, понимаю, что парни там далеко не молодцы, что первопроходцами, если я правильно помню, является Макдональдс и какая-то сеть заправок в США, которые впервые решили Макдональдс ставить на заправках. Но, тем не менее, концепт. И что еще важно, этого слайда, по-моему, у меня нету здесь, да. Значит, если средний чек гипера примерно 590 рублей, продуктового дискаунтера 450, то средний чек заправки, вот на вот все, что там продается, да, примерно 407 рублей. Он меньше. Но только мы же понимаем, что та лабуда, которая там продается, да, она в разы маржинальнее, чем то, что продается в больших гиперах. Пожалуйста, в нужном месте, в нужное время, нужный ассортимент, и ты получаешь премиальную маржу. Просто чуть глубже изучив потребности потребителей. Что ему не просто залить и слить нужно, а можно наверить еще чуть больше. Или другой момент еще. Когда вот это Ipsos не так давно опубликовал свое исследование по верхнему сегменту среднего класса. Там вот что хотите, какие цели, друзья мои. И очень так ярко вырисовывается ситуация, при которой вот эти люди, у которых есть деньги, которых зарабатывают, ключевая их ценность, ну их две. Это ЗОЖ, это в принципе уже очевидно, мы никого тут не удивим. А первая ценность – это путешествия. Но казалось бы, например, причем тут образование и путешествия. И вот люди, которые занимаются образованием, начали думать, как можно интересно это использовать. А как интересно использовать? Там один из там очень крупных замкадных, опять же, центров, с кем я работаю в области обучения, они говорят, а давайте-ка мы вот этого возьмем этого бизнес-тренера и скатаем нашу тусовку в Австралию поучиться. И вроде как бы при чем тут? А зная это, понимают, что, во-первых, учатся люди, которые с доходом и с мозгами, к счастью, да, у них есть эта ценность. Мы совместим одно с другим, желание поучиться плюс с местом поучиться. И в итоге сейчас они тут недавно хвастались, что у них перспектива уже есть бронирование полноценного чартера в Австралию, потому что они набирают вот желающих поучиться на целый самолет. Молодцы, совместили одно с другим, продали шикарный продукт. Девушка, эти презентации будут в раздатке, и Олег их всем разошлет, поэтому можно… Или прямо у Ipsos это можно взять с сайта, по-моему. Другой момент, это две уже минуты, про… Сергей, две минуты. Ух ты, я-то как я увлекся, у меня еще есть, ладно. Другой момент с Михаилом Кожуховым, да, через формате SMM он тоже продвигает свой туризм. Не в формате срочно горящая 3 звезды отель Турция за 17 тысяч рублей, а он на эту аудиторию, у которой есть деньги, на нужном им языке очень вкусно рассказывает, как они могут всадить сотни тысяч и получить нужные им впечатления. А не Турция 17 тысяч рублей, все включено, горит. В итоге мы подходим к сегментации аудитории, когда мы понимаем, что у нас есть некоторые типажи. У этих типажей есть некий набор критериев, которые они предъявляют к продукту. Их может быть там 5, 7, 10 критериев. Для каждого из типажей эти критерии по-разному ранжируются. Что-то выходит на первое место логично, что-то на последнее уходит. Совершенно четко гарантия того, что не будет такого, что у всех это одинаково. Проранжировав эти критерии, финансовые критерии потребления, нефинансовые критерии, это уже вопрос некого таланта маркетинга, какие ты критерии в это исследование включишь. Да? Ты получаешь определенную логику принятия решения потребителям о покупке. Тот самый customer journey, как называют и так далее. Я все-таки сторонник богатого русского языка, и я это называю именно так. Логика принятия решения потребителям о покупке. Хотя это длинно, и можно язык сломать. И вот ты понимаешь, то первое, с чего он начинает. Не этот примитивный подход, когда осознание потребности, поиск вариантов, это мы и так понимаем, это написано в книжках. Мы говорим про предельно приземленные факты, которые есть в конкретном сегменте. Ну, например, потребитель эконом-сегмента недвижимости начинает выбор своих вариантов с того, что он оценивает надежность застройщика. Если по этому критерию ты не прошел, потому что мы прекрасно понимаем, что эти 2-3 миллиона, которые он за эту квартиру отдаст, это самая дорогая покупка в его жизни, он прекрасно понимает, что хрен он где больше деньги найдет. Поэтому если, не дай бог, застройщик заморозит стройку, слиняет и так далее, это катастрофа будет в его жизни. Поэтому если ты ему для начала, как застройщик, не доказал, что надежен, все остальное уже вторично.
для бизнес-класса уровень надежности — это такая третичная вещь, ну просто потому что, во-первых, для него это деньги вполне разумные, которые он готов омертвить на какой-то период. Ему давно есть где жить и давно есть на что жить. Там другие критерии в топ выходят и так далее. Там 5-6 критериев ты проматываешь, и из них создается некая последовательность принятия решений. На что смотрю, на что давить, в какой этап. Тут были. В итоге, с точки зрения позиционирования, тогда вот, видимо, финальный мой слайд будет, да, до медиа-стратегии мы с вами не дойдем. У тебя получается, ну, допустим, там 7 критериев. Я сторонник 7, не больше, потому что, ну, на самом деле мы понимаем, что весь менеджмент к нам пришел из военного искусства, да, и, по сути, книги там, не знаю, Друкера и прочих гуру менеджмента — это просто качественно переписанные и адаптированные с военного языка на гражданский, значит, истины прописные. Так вот, недаром все время там было установлено, что взвод — это 7 человек, потому что на одного управляющего, командира, он максимум у себя в поле зрения может там 6-7 удержать бездельников, больше нет. С менеджерами то же самое. Здесь 7 критериев. На 7 можете тоже проверить. Вряд ли вы в каком-то из сегментов достаточно быстро вспомните 7 игроков. Не знаю, там для себя погоняйте в голове 7 видов колбас или 7 видов зубной пасты. Поэтому 7, ну такая, 5 СМ, не больше. И вот мы эти критерии, значит, проставили. На их пересечении мы начинаем проводить конкурентный анализ. С точки зрения того, что мы понимаем, какие ниши заняты конкурентами. А дальше понимаем, либо у нас очень хорошая попа, чтобы там потолкаться за эту нишу, да, либо мы ищем принципиально там голубой океан, да, где мы можем хорошо сесть и неконкурентно конкурировать с остальными. А дальше уже как ты это оформишь? Либо ты это сделаешь в форме канвас-модели, да, либо ты это сделаешь вот в форме там стандартной пирамиды позиционирования, да, платформы бренда, либо ты пойдешь по пути Томаса Гэда 4D брендинг, как вот ты уже словесно это облечешь. Но это уже открываем книжки, читаем. Это базовая теория, которую, я думаю, нет смысла в этой аудитории презентовывать. Спозиционировался, сегментировался. Финалом являются две вещи. Ну, это креативчик, да, картиночки и так далее, да, и медиастратегия, то есть то, через что ты ловишь человека и где ты его ловишь. И здесь последняя мысль, которую я скажу. Вот я бесконечно слышу этот термин, скоро там интернет победит телек, например. Да? Че пристал к телеку-то интернет, а, друг мой? Я понимаю, что ты пристал, потому что доля рекламных агентств, которые работают с интернетом, их кратно больше, чем те, которые работают с офлайном. Ну просто потому что порог входа на рынок оказания интернет-услуг, он кратно ниже. Я могу дома в драных семейниках сидеть и пилить хорошие контекстные компании. А чтобы тебя рекламодатель, у которого есть офлайновый бюджет, до своих денег допустил, тут уже нужно быть агентством. Поэтому шум о том, что интернет молодец, он ну, несколько преувеличен, это нужно понимать. Но по факту мы понимаем, что меняются не просто каналы, а меняется структура потребления. Если раньше я приходил к зомбоящику, включал его, и если я пропустил свою любимую программу «Голос», я ее пропустил, вот, то сейчас уже контент, он распространяется в разных каналах, да, а чем дальше, тем больше будет каналов для распространения, и ключевым будет являться не канал распространения, радио, телек, наружка, так далее, а сам контент. И тогда мы делаем вывод о том, что я как медиапланер должен не канал выбирать, а для начала определять, какой контент интересует мою аудиторию. Там, не знаю, порнуха, новости, там, что там еще может быть, туризм и так далее. А уже потом искать то место, да, тот канал, в котором она этот контент потребляет с большей вероятностью. Это вот искусство медиапланирования получается. Ну, тут было чуть-чуть, ну ладно. Спасибо, друзья, большое за эти там полчаса. Спасибо, Сергей. Вопросы в кулуаре, и у нас… Я до вечера вот там вот скромненько в уголке сижу, строчу. Последний кратенький доклад. У нас замена Анастасии Устенко на Сергея Чаплыгина. Сергей, да, Сергей. Welcome. Директор по стратегическому развитию Центра практических бизнес-инициатив. И его тема: какова роль директора по маркетингу в разработке корпоративной стратегии. Прошу. Всем здрасте. Меня зовут Сергей Чаплыгин. И по профессии я был директор по маркетингу. Почему был? Потому что те задачи, которые передо мной вставали… Сергей, прям 10-15 минут. Постараюсь. Те задачи, которые передо мной ставились, они все больше и больше начали… А можно play все-таки нажать? Они все больше и больше уходили от самого маркетинга. Точнее, от того книжного описания, от тех определений, которые, собственно, и являются сутью маркетинга.
Об этом, собственно, расскажу, до чего дошел и, собственно, чем занимаюсь, и что является, наверное, основой для работы действительно настоящего маркетолога, директора по маркетингу, человека, который определяет стратегию компании. Давайте проясним некоторые слова. Тактика, как выиграть сражение. Стратегия, как выиграть войну. Вопрос, а нужно ли вообще воевать? Мудрость – это счастье вместо войны. И мы видим огромное количество компаний, которые живут абсолютно счастливо и комфортно. И есть пошлейший пример. Компанию, которую всем маркетологам приводят как эталон, которая каждый год, из года в год, с там, последние там, 40 с чем-то лет является лидером в области инноваций. Все вы эту компанию прекрасно знаете. Собственно, за счет чего? За счет того маркетинга, который описан в книгах, вот Котлер, еще там кто-то, там, не знаю, Траута, стратегия. Нет. Первое – это таланты. Второе – это талант, объединенный в команду. И третье – это правила, по которым живет эта компания. Это и является ее стратегией. Приведу пример. Пример-загадку. Однажды я консультировал очень крупную компанию, офис которой вмещает несколько тысяч человек, головной офис. И это здание, такое фундаментальное промышленное здание. И я рисковал своей жизнью, вышел в 17:55 покурить. И в 18:01, когда я собрался идти обратно, я услышал, как здание дрожит, как вибрирует перекрытие. Я не мог понять, что происходит. Толпа в несколько тысяч человек бежала с работы домой, как будто объявили эвакуацию. С одного раза кто угадает название компании? Почта России. О какой маркетинговой стратегии можно говорить, если сотрудники 18:01 эвакуируются из здания офиса? Что изначально спрашивают маркетолога и какие ответы ищет директор по маркетингу? Почему они должны хотеть это, купить это и еще пользоваться этим? Да, там, быть лояльным. Когда начинаешь заниматься настоящей стратегией, то возникают еще вопросы, которые каждый наемный сотрудник может задать себе. Почему я должен создавать это? Почему я должен создавать это для вас? Почему я должен постоянно думать, как это улучшить? И почему я вообще должен стараться? Ответ на этот вопрос очень простой. Мир, в котором мы с вами живем, это мир идей. Стул, на котором вы сейчас сидите, стулья, это идея человека, которого придумал и сделал. Здание, это, где мы сейчас находимся, любое другое, это идея архитектора. Сотовый телефон, любое устройство, проектор, ноутбук, это идея инженерного гения, который его создал. А в чем ваша идея? Сейчас, секундочку. Проблемы с автоматизацией. Так, ладно, пожертвуем. Вот самая простая идея – попинать мячик. Выйти во двор, попинать мячик. Может собрать 5-10 подростков, ну или там взрослых, в трениках, на коробке какой-то. И всегда будет автор идеи. Та же самая идея – попинать мячик. Может собирать 100-тысячные стадионы и приковывать к телевизорам миллиарды телезрителей. И быть очень большим бизнесом. Какие идеи в бизнесе вообще бывают? Вот мой коллега, ваш
будущий спикер и человек, с которым мы 20 лет назад начинали работать в одной из компаний, сейчас будет очень улыбаться. Первая идея была в программном интервью, которое мы учили. Я создал компанию от безысходности. Мне нужно много денег, я хочу зарабатывать деньги, деньги, деньги. Вторая идея была сформулирована собственником компании, как я верю в то, что самым справедливым строем на Земле является меритократия и анархокапитализм. Третья идея была сформирована двумя парнями в 1975, по-моему, году, которая звучала как «сделать спорт доступным для каждого жителя планеты Земля». Что это за компании? Первая компания, некогда гигант рынка, владелец МВидео, основатель Александр Анатольевич Танкован, приезжал в офис фирмы «Партия», ходил и завидовал, а над ним все смеялись. Этой компании больше нет. Вторая компания, к которой я с гордостью имел отношение в качестве сотрудника, называлась компанией «Евросеть». И третья компания, к которой я с гордостью имел отношение как приглашенный эксперт и консультант, называется «Декатлон» и работает в 26 странах, если не увеличили еще, и в ней работают тысячи человек. Евросеть на момент моей работы в ней собрала внутри себя 37 тысяч сотрудников. И настоящая стратегия всегда у любой успешной компании, какую вы ни возьмете, является идеологией. Идея и логос, описание. Идеология. Собственно, а кто может вообще влиять на эту идеологию? Вот какие функциональные блоки компании могут на нее влиять? Бухгалтерия? Финансисты, юристы? Или логисты, закуперы, закупщики? Менеджеры по продажам? Может быть, какие-нибудь люди, связанные с внедрением ERP-систем, IT-технологий, еще что-то там? Они ли? А кто в компании лучше всех знает инсайты? Кто в компании умеет давать решения к этим инсайтам, создавая интересные коммуникации, создавая интересные фантики, формулируя, создавая правильные формулировки? И, пардон, а у кого в компании в записной книжке есть фотографы, копирайтеры, дизайнеры, видеооператоры, постпродакшн? Никто, кроме нас, почти как ВДВ. Собственно, поэтому в компании, в которой есть идеология, есть идея, или она может там появиться. Вот потому что буквально в июне был случай моей работы с компанией, собственница которой на мой вопрос, собственно, ну, компания торговая, говорю, а что вы продаете? Она мне, глядя в глаза, так и сказала: мед, говно и гвозди. Я так в смысле, товары народного потребления, бытовую химию и еще там какую-то хрень. За половину 2017 года, с января по июнь, у нее сменилось 3 директора по продажам вместе с командами. Я очень сильно удивлюсь, если они в таком виде доживут до Нового года. Потому что идеологии компании, опять же говорю, а зачем вы этим занимаетесь? В чем ваша идея? Мне нужны деньги. За счет чего мед, говно и гвозди. Что мы умеем? Сергей, минутку. Мы умеем строить бренды по классической всем известной архитектуре, предлагая какие-то решения, да, основанные на инсайтах, подкрепленные рациональной платформой Reason to Believe и Brand Essence, да, ощущением. И имеем некие локальные решения, назовем так, программы лояльности для наших покупателей. Возьмем ту же самую архитектуру и в качестве решений дадим то, что HR называют EVP. Свою ценность для сотрудников, как компании-работодателя.
и построим корпоративную культуру. Что это дает? Компания «Евросеть», базируясь на мощнейшей корпоративной культуре, попала в ситуацию войны с компанией Nokia, о которой тут вот мой коллега говорил. И устроила программу мотивации своих сотрудников, анархокапитализм. За каждый проданный телефон Samsung равняется одному квадратному сантиметру твоей будущей квартиры. Продавай как хочешь. Твоя задача – продай 5 квадратных метров своей квартиры. Почему? Потому что это 10% от стандартной двушки. Все, продал на 5 квадратных сантиметров, получил ключи от двушки. Что это дало? Как из пулемета. Впервые в истории человечества компания Samsung в отдельно взятой стране получила долю номер один рынка. А компания Nokia, которая всегда была абсолютным лидером, получила долю номер два. Что мы можем влиять как стратеги? Ну вот собственник компании спросит, а деньги где? Первое. Мы можем снижать издержки на поиск, рекрутинг и обучение сотрудников. В моей практике возможно снижение этих расходов там на рекрутинг в 5 раз, снижение ротации сотрудников в компании, в крупных, в особенности в розничных компаниях, это всегда больное место, в 18 раз снижалось. Второе. Регулировать фонд оплаты труда. Когда после Евросети я участвовал в творческом конкурсе директора по маркетингу русского представительства компании Apple, зарплата, которую они предлагали сотрудникам тогда, была в 5 раз ниже, чем тот оклад, который я мог свободно получить в российской компании. Ну, потому что они искали фанатика. Я таким не являлся. И третье – это повысить просто эффективность работы, да, производительность труда. Ради чего вообще люди ходят на работу? Мысль за деньги ошибочна. Фактор заработной платы – это, как правило, третий или четвертый аргумент. Я провел исследование в двух компаниях. В одной компании работало поколение Y, молодежь. В другой компании женщины 35+, 100% женщины. И что же их интересовало? Ради чего они вообще ходят на работу каждый день? Красненькая – женский коллектив, голубенькая – подростки. И мы видим, что сама работа, коллектив, в котором они работают, это является важным, более важным, чем то, сколько они получают. Почему это не использовать? И используйте данные. Время. Ну, прошу прощения, еще есть 2 минуты. HR-бюджет, бюджет на HR-стратегию компании Decathlon был отдан в мою компанию, в маркетинговую, а не в HR, там какое-то управленческое консультирование, для задачи построения системы найма и повышения, вообще внедрения системы корпоративной культуры российской компании. И HR-бюджет компании Decathlon на тот момент в разы превышал маркетинговый. Собственно, проанализировали инсайты, построили вот тот же самый домик, пирамиду бренда. И собственно, опять же, ответ для босса. KPI, по сути дела, классическая воронка продаж телекома. Кейс короткий, уже все заканчиваю. О программе лояльности. Мы смотрим на людей. Программа лояльности для покупателей. В случае, когда мы работаем с собственной компанией, да, с собственными сотрудниками, мы можем построить корпоративную культуру. И опять же для компании Decathlon мы построили корпоративную культуру под названием Let's Play, которая по сути дела являлась неким аналогом ГТО, где все сотрудники живут спортом, открой для себя новый вид спорта, помоги своему коллеге изучить новый вид спорта. Полное соответствие миссии, абсолютно релевантно инсайтам людей, вовлекает, поджигает, люди стараются, глаза горят, работа спорится. И следующее. То, что маркетинг может сделать, и вот то, что вы видите, этический кодекс компании Decathlon на 4 языках мира внедрен в 26 странах, был разработан рекламными копирайтерами, исходя из основы понимания того, в чем идея компании. И он работает как шлагбаум. Ни своих не пускает внутрь, своих удерживает, поджигает, мотивирует. Первое, что вы должны сделать для себя,
для физического лица, независимо от того, сотрудник вы по найму, собственник компании, решить, в чем ваша идея. В чем ваша идея маркетинга. И второе, вы можете помочь найти идею в бизнесе. Найти, извлечь или даже ее придумать. И следующее — это транслировать свои идеи граду и миру. Спасибо за внимание. Сергей, спасибо. Коллеги, у нас последний спикер был в секции. Сейчас перерыв 15 минут. Пообедать можно в лобби на первом этаже. У кого премиальные тарифы участия, подойдите, пожалуйста, к стойке регистрации и получите чеки. Ресторан под нами на втором этаже. Спасибо.